Играй. Конов. Алексей Соколов, центр нападения. Холодков. Смыслов. Тимаков, Глазков, Дементьев и Рязанцев. А вот команда Тбилиси. Борис Пайчадзе и Эсериани, вратарь. Солдатцы. Тикнадзе. Поляков. Пехлеванидзе. Гого Белидзе. Бережной. Какуа. Антадзе. И сам Джигаван. Нужно разыграть ворота. Хотя сегодня солнца нет и большой роли не играет. Налево от нас ворота Тбилиси. Направо ворота Спартака. Тишина. Да снизу еще к самой штрафной площадке. Вот он же входит. Удар. Еще один. Удар. Отбрасывает мяч. Очень хитро мимо выдержанного вратаря. Мяч в сердце вратаря. Мяч продает Пайчадзе. Он подает на штрафную площадку. Мяч ему выиграет за удар. Леонтьева. Мастерство вратаря. Итак, Пайчадзе. Он подает на штрафную площадку. Мяч ему выиграет за удар. Мяч ушел в центр поля. Более борьба за мяч. Нет, мяч опять приходит в штрафной площадке Спартак. Вот он, Пайчадзе. Пайчадзе кидает его налево. И налево мяч. Опять право. Мяч. Вон так же. Удар. Еще раз. Удар. Нужно бить. Удар. Удар. Штрафной площадке. Кто еще что-то отбивает. Тренер командой. Бойлер. Тренер команды Спартак. Волнуется за своих ребят, волнуется за то, как они играют. А значит, кто еще в площадке дрится. Вот, значит, скажем, что в такой площадке. Вот здесь волнуется Андро Жордани, тренер тбилисской команды «Динамо». Он печатает, он кончит такую площадку. Удар! Еще раз, удар! Какой чудесный бросок! Володя, ты не можешь убать, но собственного голоса же не слышно. Но... Ну вот так. Без меня все понятно. Итак, 3-2. Победил Спартак.